В фильме «Гоголь Вий» молодой писарь и начинающий поэт Николай Гоголь в исполнении Александра Петрова продолжит расследование загадочных убийств девушек в селе Диканька. Компания уже знакомых зрителю героев в исполнении Олега Меншикова, Евгения Стычкина, Сергея Бадюка, Яна Цапника присоединится новый персонаж – охотник на ведьм, мастер восточных единоборств и философ Хама Брут в исполнении Алексея Верткова. А Гоголь вместе с Брутом проведут три страшных ночи в стенах старинной часовни, отпевая ведьму Ульяну и призывая самое жуткое порождение чистой силы Вия. Первая часть проекта «Гоголь. Начало» появился в кинотеатрах в конце августа 2017 года. А вот уже появился трейлер продолжения. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, и следите за всеми новинками кинопроката вместе с нами.